Всем привет, с вами Васте, и сегодня я хочу сделать небольшое дополнение к Бастеду от тайм-фактора на нашего персонажа Дели. Дело в том, что у нас Дели играл не только с Имом тогда, но и с Валхаком. Моменты есть, их, ну, приличное количество. Правда, мне, скажу вот вам честно, мне их лень записывать все, поэтому покажу вам только один момент, который вам просто-напросто докажет, что он играл с ВХ. И уже другие моменты вам просто не захочется смотреть. Значит, перед просмотром самого момента я поставлю XInterp 0, чтобы не было никаких искажений модели. И звук в CSK 08 поставлю. Значит, смотрим сначала момент без ВХ, а потом с ВХ. Значит, вот сам момент вы увидели. Сейчас мы это повторим и в 1/4 и посмотрим. Вот, значит, смотрим. Вот тут моделька упала в зиге, вот. Она топнула, и это был единственный раз, где ее было слышно вообще. Значит, дальше Дели у нас собирается кидать моменталочку на зигу, видит, что моделька поджимает, и уже заранее модель еще не показалась, а он уже специально заходит за ящик левее и тем самым кидает еще криво свою моменталку. Вот, его потом убивают. Значит, вот сам по себе момент. Я думаю, тут все очень четко видно и понятно. Так что, ребята, делайте выводы сами, кто еще не сделал, что данный персонаж играет с говном. А с вами был Вастей. Всем удачи и всем.